Девчульки, всем добрейшего утра. Сделала окрошку, правда, без вас сделала. У меня телефон на зарядке стоял. Сделала, знаете как, кефир в перемешку с минеральной водой. Такая бомбезная. О, видали? Здесь у нас, значит, что? Никакой колбасы, ничего нету. Огурец, укроп, яйца. Все. Кефир, минеральная вода, соль немножко подперчила. Сейчас в холодильник и попозже будем лопать. Почему? Я иду погуляю по луне. Отжала. Очки у меня, Ульяшка. Ой, кефирчик, остатки тоже дались. Вот такой кефирчик добавляла. 1%. И вот такую маленькую минералочку. Ти-ти-ти-ти. Сейчас шашлык будем, машлык шарить. У нас шашлык, значит, что? Курица и свининка. Сегодня опять тут встаем. Сейчас сын скоро приедет с работы. Ну, попозже. Он сейчас дома поспит. Здесь ему никто поспать не даст. Вот. А мы пока по хозяйству. Я уж с утра понастирала. И постельку стирала. Короче, просто так не сидим. Чего? Иду, Веля, иду. А я иду погуляю по луне. И так, и сяк. А я гуляю по луне. Вся моя рыбонька. Давай мы с тобой включим вентилятор. Давай, тебе нам зерка домой сдать. Давай, Май, иди жарь. Курицу. А? Ты будешь жарить. Давай, чтобы костра не было, как не русский. А я иду погуляю по луне. Ты. Давай, попробуем. Ты. Мам, дай посмотрю, как я. Так. Пойду, что там. Ой, шашлык, машлык. Лайкфак видела. Один канал мне тут попался, ну, не русская женщина снимает. Это, Ульяш, подними, пожалуйста. Иностранка, как правильно сказать. А ты знаешь, вот Валентина, ну, на тебя подписалась. Ой, спасибо, Елене Валентиновне. Дай бог ей здоровья, она у нас молодец. Так, чтобы как не было вот этого огня, соль. Сыпешь, и все. Мне, конечно, ой, на мясо, чтобы не попасть. Сейчас проверим. На данный момент чуть низшая шань срабатывает. Короче, не знаю. Все равно он огонек идет, но не сильно. Гляньте, какая курочка. Мариновали с вечера. Она такая вся будет как пропитанная маринадом. Вкусный лайфхак, девочки, не работает. Вот так вот. В плане я имею в виду с солью. Соль насыпала много, а все равно вон идет огонь. У меня тут есть оператор. Красиво, старайся. Ты же у меня уже взрослый, аккуратненько. Не упади. Да. Снимай, чтобы было меня видно. Давай. Да, тебя видно. И шорты видно, и футболка. И шорты видно? Да. Имя. Не видно, как в трусах. Мам, мяско видно и тебя. Если что, ребят, подписывайтесь на канал Бабушкин. Любашины будни, да? Да. Называется канал. Ну, если мы шашлычок будем кушать, это нам порадует, да, ма? Угу, дай, Куля, я переверну. Давай, переверни. Господи, мама, а можно я с ребятами поговорю? Мам, а можно я с ребятами поговорю? Ребят, короче, тут у нас сидеть. Мама, покажи, сколько мы сегодня стирали. Иди покажи, сколько бабушка с утра постирала. Ребят, сегодня вчера был очень ужас. Я вам сегодня расскажу. Сегодня мы вчера с мамой пошли Настю отвезить, потом провожать мы кого? Куму? Провожать Настю. Потом мы пошли домой, мы были у нас близко, и потом мы шли-шли, и до нас дошли дома. И потом гром был, мы испугались,
И пошли хлопок. Быстро. Хлопок. Бежали. Только этот хлопок был. Бабушка тут сидела, комаров убивала. Они напугались. Думали, за ним там кто-то хлопает. Когда лебезгали, подняли. Да, это, ребят, очень ужас. Я испугалась. А пугаться попасть нечего было, да? Ребят, сейчас я вам покажу вам вещи. Как мама настирала. Пошлите. Смотри. Вот гляньте, какая красота. Личики. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот. И вот они. Видите? Там еще постирано. Пошлите к мамочке. К мамочке шашлычки есть. Если что, на канал подписывайтесь. Май, я показал лайк. И вы уже подписались. Не. Ты на низко снимаешь. Девчонка, наверное, ничего не видно. Да? Ты расточка маленькая. Надо было тебе вот так. Да, я тебе сделаю штатив. Опа. Повыше. Да. Ан, с утра уже. И постирушки, давай, и все на свете. Все, мам, давай сниму. Ну, ходи, снимай. Давай. Интересно снимай, показывай. Девчонки, хочет снимать, я не могу запретить ребенку. Пусть снимает. Ну да, как хотя бы. Если я была выше, то маму видно. Моя, короче, сделала, ну, сильно выше бы видно было. Видно. Блин, пошлите. Не ходи сюда, тут огонь, а то обожжешься, боюсь. Ой, Ульяша. Давайте поговорим с вами. Вот. Ребята, короче, мы отдыхаем. Сейчас мы отдыхаем. Мяско мы уже приготовили. Вот уже солнышко. Сейчас пойду очки возьму. Очки, чтобы... Ну как? За очко. Я, короче, об этом не знала. Но очки-то мамины у нее еще есть. Кстати, давайте ляжем. Какая красота. Сегодня я вообще отдыхала. В садик ходила. Почти прям, ну не знаю. Прям низкий он, вообще не весь. Если он вообще был красота, то я вообще спала. Себя. Ну и, короче, что сказать? Сейчас я буду маму снимать. Он и уже горячий. Мам, это что такое? Вот это грязь. Это мука. Мука? Угу. Так. Сейчас будет, ребят. Не упади. Ну, не упаду, конечно. Лешка, хватит снимать, Дуся. Мам. Ты много снимаешь. Ну и что? Шашлычок, шашлычок. Девчонки перетащили диван к груше. Здесь так классно, тенек вообще. Лежу, балдю. Вон мои три бабеньки сидят около меня. Где? Верочка, где? Бабки, говорю, подбородок показывай всем, чтоб смеялись. Сказать, это, поросенок в кадре. Ульяшка, вон Верочка на руках держит. Тихонечко, аккуратно, Улочка, не урони ее. Тут прям хорошо, ветерок как поддувает. И это... Солнышка нету. Шашлыки нажарили, картошку в фольге запекли, окрошку сделали. Ждем сына. Приедет, и будем трапезничать. Вообще красота. Красотища. Вчера он девки мои... А, рассказывала я, не рассказывала? Не помню вам-то. Мам, да, рассказывала. А, рассказывал. Кому... А, Ульяша рассказывал. Кому пошли провожать? Ну, чуть-чуть здесь.
как проводили, идут, а уже темень. Ну, я сижу, как комаров-то бью поляшком, слух вот этот стоит, комары все облепили, господи. Они подходят уже к нашим воротам, слышат хлопок, как зарут на пару Лена с Ульяной. Мама дорогая, меня напугали. Сердце Ульяны подбежало ко мне, у нее аж выпрыгивает. Лена говорит, мама, у меня говорит, тоже сердце выпрыгивает. Ты не представляешь, тут где стол, какой-то хлопок был. А я же легла спать, говорю, какой хлопок был. Говорю, я, наверное, хлопаю, тем более у наших ворот-то. А у них там звук идет. И, короче, девки все перепугались. Они как Верочка слушает. Ты слушаешь, что бабушка рассказывает, да? Моя сладкая. Конечно, моя сладкая. Говорят, вообще и смех, и грех. Леночка, мам, сходи, пожалуйста, покажи, сколько шашлыка нажарил девкам. Сейчас покажем. Картоха. И шашлыка. С картохою. С лучком.